Из года в год в Казахстане увеличивается число автомобилей. Из-за плохого качества дорог нередко происходят аварии, в которых погибают люди. Одной из основных задач инспекции транспортного контроля является обеспечение сохранности дорожного полотна сети автомобильных дорог. Наиболее распространенными видами коррупционных преступлений, совершаемыми сотрудниками транспортного контроля, является взяточничество и злоупотребление должностными полномочиями. С перегрузом по нашим дорогам движется половина машин. В некоторых случаях перегруз составляет порядка 300%, то есть в три раза больше, чем разрешается правилами и техническими требованиями. Это плохо отражается на дорогах. Они уничтожаются, асфальт плывет, образуется колейность. А она, как известно, опасна для любого автомобиля. Он просто может потерять управление. Опасен не столько вред, причиняемый дорогам, сколько окружающим. Ведь у перегруженной машины совершенно по-другому работают тормоза, а тормозной путь увеличивается в разы.